Ну вот, собственно, и все команды на сегодняшний день, которые принимают участие в первом фестивале открытия Черниговской городской Лиги КВН. Итак, дорогие друзья, жюри совещается, и пока жюри это делает, я имею в виду совещается, команды, на сцену, участвующие в этом фестивале, команды на сцену. Деньги, которые подразумеваются на выплаты по этой статье расходов. Теперь можно? А теперь ко дню Святого Валентина команды КВН Черниговской лиги готовьтесь. Дарят всем любовь. Давайте! Уже стали поступать использованные назад, возвращаться. Молодцы, залили. Перед тем, как объявить результаты игры. Скажу так, что очень сильно чувствовалась свежая волна, то есть молодая кровь. Но все же большое спасибо старикам, потому что это было хорошо. Это было очень смешно. Должен будет здесь также продолжать сидеть в первой игре. Я хочу обратиться к командам с такой ложкой дегтя. То есть, ребята, если будет такая разминка, то будем оценки уже снижать. Поэтому лучше не выходите к микрофону. А за домашнее задание всем большое спасибо. Уже хотелось бы прежде всего поздравить нашу лигу, уже вторую, с началом. Начало получилось очень интересное. Начало, в частности, команда «Сильный пол». Нам сначала с Володей, как двум старикам, показалось, что написано «Сильный поп». Вопрос стоит за немножко гилда, шрифт такой. Вот, и... А он еще по Фрейду, Андрей. Все нормально, Фрейд вот у меня тут, да. Американские презервативы, кстати, кто не знает, друзья, я не знаю, откуда вы их взяли. Мэйки наколотые. Наколотые. Зарождаемость, правда. Так вот, у команды «Сильный пол» не очень красивые сегодня футболки были. Нет, действительно, команда сразу подготовилась, до разминки никогда не представлялась, и каждый член Оксана сразу же понимали, какая команда выходит. То есть, друзья, смотрите, какая фишечка у девочек была. И еще большое спасибо команде сборной капитанов. Никогда не думал, что вы будете петь финалку. В конце финалку со смыслом. Вот этого точно не ожидал. А так, спасибо всем большое и с почином! Приятно, что с каждым годом все более и более новых команд, но надо не брать пример с команды ВКонтакте, а с какой-то другой командой. Вот, как всегда, радует интрига. Хочу пожелать им только, чтобы они так же хорошо выступали и весь сезон, и смогли выйти в финал. Открытием сегодняшнего финала это, на мой взгляд, команда «Борщ» из Крыму. То есть видно, что КВН не только в Черневе есть, но и в Крыму. Ну, всем желаю успеха, и некоторым, кто не попадет в эту лигу, поработать, может объединиться, потренироваться где-то у себя там, на факультетах и думать, что не только есть мир там где-то на каком-то отдельно взятом ОТД или на каком-то еще другом факультете, а мир есть и больше, чем на Шерстянке. Поэтому не зацикливайтесь Шерстянкой, я думаю, что больше. Я тебе говорю, что Виталий Витальевич Голец под пиво идеально пойдет. Смотрите, я думаю, что для первой игры приоткрытой лиги КВН, сегодняшней уже второй, отмечать какие-то команды в отдельности не имеет никакого значения. Все были молодцы, особенно, наверное, первый раз в этом сезоне немного было... Некоторые с лимонадом даже выходили, то есть волновались. Поэтому все молодцы, всем спасибо. Сегодняшним днем вас и завтрашним праздником. Я думаю, что не буду затягивать время, потому что все ждут, что станет Артем. И присутствующие команды хотят знать, кого мы будем видеть уже и
в официальной лиге уже в ее открытой части, а не просто пресс-лиге. Поэтому спасибо. Я також хочу подякувати командам. Дійсно, сьогодні було весело, смішно, і я бажаю продовжувати в тому напрямку. І окремо подяка і вітання команді з Прилуг. Сподіваємося, що ви залишились з нами і будете грати далі. Всім дякую. И перед тем, как редактор Лиги КВН Артем объявит результаты, то есть какие команды присоединятся к нам. Отдельная благодарность сети магазинов «Видер», все для охоты, рыбалки и спорта. Фирма «Лариса», высококачественные деревянные окна. Со своими каракулями. И пытается их прочитать Артем. Команде «Сталолга» сезон присоединяются команды сборная капитанов. Сборная. Интрига. Команда вне закона. Они набрали больше всех голосов. Теперь дальше идут команда Суп-кафе. Команда все свободны. И седьмое место поделили две команды. Сейчас жюри решит, или обе пропускать, или как быть. Команды «Все включено» и